Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите самарские новости спорта. В Самаре прошел вечер смешанных единоборств «Битва на Волге». Главным поединком стал бой по правилам грэпплинга между легендарным бойцом ММА Джеффом Монсоном и действующим чемпионом мира по грэпплингу и панкратиону среди ветеранов самарцем Леонидом Хапчиком. Бойцы провели один раунд, по итогам которого судьи присудили ничью. Бой прекрасно прошел. Но хочется еще раундов, еще встреч. Потому что один раунд как бы разогревочный. Но это было пробное такое событие. Поэтому я думаю, что в следующей встрече. Ну, конечно, если город нас поддержит, мы будем еще неоднократно встречаться и с многими другими ветеранами. А перед главной встречей вечера прошло 10 боев среди участников. Чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов самарский спортсмен Шамиль Абасов, а также чемпионы мира Европы по боевому самбо, панкратиону ММА и рукопашному бою из России, Казахстана и Украины. За молодыми бойцами следили специальные почетные гости турнира «Звезда UFC» российский боец Хабиб Нурмагомедов и чемпион мира по ММА, актер, режиссер, кинопродюсер Олег Тактаров, который отметил высокий уровень организации турнира. Есть и шоу-программа, то есть подготовлена. Понимаете, если два мальчика выходят биться молча, никому это не интересно. А когда идет подготовка, музыкальное сопровождение, ну, правильно поставлена камера, правильные углы, потому что даже снять не каждый умеет. Федерация смешанных единоборств Самарской области впервые проводила такой масштабный турнир. Опыт оказался удачным, говорят организаторы. И бои получились зрелищными, и в зале был аншлаг. До последнего переживали, и потихонечку там, когда началось наше мероприятие, начинался заполняться наш зал, до последнего как бы это переживали, не верилось, что в таком масштабе будет данный турнир. Мне кажется, удалось все на 100%. Следующий большой вечер смешанных единоборств в Самарской области пройдет 4 ноября. Тольятти примет крупнейший турнир Fight Night Global. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой!